Хейо, гайс, в мишенке мы продолжаем проходить игру под названием Alter Best. И это довольно быстро мы прошли, очень быстро прошли третий уровень. И это у нас четвертый. Вот второй самый сложный. Пока что. По моему мнению. Понимаете? Это... Это ловушка. Это ловушка. Это ловушка. Ладно, F5. Сука. А чё я убил? Почему меня убивает? А я по-любому собак буду убивать, чтобы к боссу пройти. Так ведь? Ненавижу эту игру. А, но она на самом деле... Просто что меня быстро убивает? Вместо того, понимаете, здесь должен быть... Вместо того, чтобы ударить кулаком... Он прыгает! Он прыгает! Тигр. Ну, давай. И почему это так? Это нормально? Это ненормально. Понимаете, в чем херня? А, ну в принципе, да. Ну если так, тогда да.
стал. Вот, я хотел сейчас прыгнуть, понимаете? Я хотел сейчас прыгнуть. Нет же. Кто будет прыгать? Не я. Не я не буду прыгать, не он. Ну да. Окей, да, это было посложнее, но плане здесь легко, но здесь нужно запомнить, когда он будет что делать. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.